Около 15 тысяч человек. Примерно столько ангарчан, по самым скромным подсчетам, примут участие в Первомайском шествии. В нашем городе празднование Дня весны и труда – это давняя традиция, а в преддверии юбилея Победы событие пройдет еще более масштабно. Об этом накануне сообщили на оргкомитете в зале заседания администрации. Уже сейчас в своем участии на Первомайской демонстрации заявили более 30 коллективов, предприятий и политических партий. На сегодняшний момент еще 5 организаций заявились о себе. Те, которые впервые хотят участвовать. И отказать им и сказать «нет, ну не могу, у меня не получается». Заявки еще будут вплоть до 30 апреля. Поэтому разделяем этот список и отдельно политические партии. Известно, что в 10 часов колонна начнет формироваться возле Дворца ветеранов «Победа». Шествие начнется в 11 утра.